Здравствуйте, уважаемый жюри. Меня зовут Иванов Кирилл. Я ученик 9 класса Вилюйской гимназии. Тема моего проекта – самодельный карт. Цель работы – конструирование карты, предназначенного для массового использования. Актуальность. Самодельный карт сделан из легкодоступных материалов и состоит из двигателя мотокосы, корпус из рулевой колонки велосипеда. В отличие от заводских, наш карт намного дешевле и легче по весу. Разновидности картов – заводские и прокатные. Устройство нашего картинга состоит из двигателя, ведущего вала и корпуса рулевой колонки. На раме из профильных труб располагаются все основные элементы. Вот схема нашего картинга. Составляющие картинга. Основание – двигатель, руль, колеса, сиденье. Корпус рулевой колонки, цепной механизм, редуктор, ведущий вал и рама. Рама сделана из профильных труб диаметром 20 на 40 мм. Самодельный карт предназначен для массового использования. Характеристики нашего карта. Длина 1500 мм, ширина 850 мм, высота 770 мм. Масса нашего картинга 37 килограмм, а скорость достигает до 40 километров в час. Устройство нашего картинга состоит из двигателя ведущего вала и корпуса рулевой колонки на раме из профильных труб, располагающие все основные элементы. Особенности самодельного карта. Цена устройства несколько раз дешевле, чем заводской аналог. Масса картинга не очень велика. Материалы можно легко приобрести в магазинах. Можно использовать разные двигатели в зависимости от мощности и доступности. Итого у нас получилось 18 100 рублей. Сейчас я продемонстрирую его в действии.